Здорово, мужик. Я прошел онлайн-тренинг у Шамшурина. Скажу так, косяков не было. Там изначально дали нам ссылку на сайт. На сайте было указаны все детали того, что нужно для того, чтобы включиться в онлайн-тренинг. Там нужен был компьютер, там 2 мегабайта скорости. Да, это все детали, можно спокойно все решить. Вот. Тренинг начался, отлично, было 6 уроков по 2,5 часа. Очень познавательные уроки. Скажу так, это как я решился на то, чтобы пойти на этот тренинг. У меня не было сомнений, как у кого-то, если это наёб или это все правда. В общем, я недолго думая, как бы понял, потому что я смотрел уже полгода Шамшурина и понял, что ну, этот человек, он не врет. Если могу ли я сказать, что этот тренинг был полезен? Да, безусловно. Безусловно, он был полезен. Потому что если бы я не прошел этот тренинг, как минимум, я бы не смог, наверное, снять это видео. Я просто постеснялся. Тренинг Шамшурин нам дает знания о том, раскрывает просто все границы. И ты понимаешь то, что можно делать все, что ты захочешь. В этом нет ничего постыдного. В общем, границы уходят. Как насчет общения с девушками? Отличное общение с девушками. Он показывает то, чего они хотят. Он рассказывает это четко, логически. Мы понимаем это. Мы понимаем и просто делаем то, что он говорит, немножко думая в процессе. И результат великолепный. Результат великолепный. Что? Какой результат? Результат такой, что ты можешь подходить и знакомиться с девушками. Тебя абсолютно не парит то, что ты не понравишься, потому что ты знаешь, как им нравится. Но если ты не понравишься, то то же самое. Ты не можешь нравиться каждый, второй ты нравишься. И даже если ты нравишься одной, даже одной из, допустим, 15, ты понравишься, то уже поднимет твою самооценку, никак не опустит ее. Самооценка поднимается, он дает инструменты, которые помогают изначально поднять самооценку, чтобы не бояться подходов. Потом дает задания. Задания, если ты их проходишь, они снимают тоже эти границы всякие. Они их снимают, они их сносят. Сносят на повал, и они, наверное, потом вряд ли вернутся, эти границы. Я ставлю небольшие паузы, чтобы подумать, как продолжить свою мысль. И я могу сказать, что до тренинга я не общался с девушкой. Я общался, но это было что-то неудачное. И девушки смотрели на меня. Я думал, я самый худший на свете. И я не понимал, почему. Вроде спортивное тело, и вот что. Потом я понял, что практически не должно быть разницы между тем, как общаться с друзьями, и как общаться с девушками. Ведь это ты естественный, ты должен таким быть. Просто с девушками нужно немножко быть тактичным. Немножко тактики. Шамшурин показывает нам, как это сделать. Я его так рекламирую, да. Потому что он классный чувак. Он реально нам помогает. И то, что если вас парит оплата, меня вообще не парило. Это 5000 рублей. Это полная фигня по сравнению с тем, что происходит после этого тренинга. Результат стоит гораздо дороже. Наверное, вот сколько стоит его личный тренинг, это та цена результата. А вот онлайн-тренинг, видимо, это практически то же самое, только немножко самому себя надо пинать. Можно найти друга. В этом нет проблем. Сейчас прекрасная погода, и я доволен. И после прохождения этого тренинга я чувствую, что я начал мыслить немножечко по-другому. Может быть, это мыслить как какой-то человек, который победил самого себя в этой жизни, который додумался найти. Ведь как, у меня не было девушек, я думал, блядь, что-то надо с этим делать. Ну, я в Ютубе писал пикап, там какие-то были пранки, фигня. Тарас Шамшурин, смотрю, чувак говорит, просто как я, там, как все разные люди общаются с друзьями. Ну, красивее немножко, он грамотный человек. И я смотрю, и он стал моим кумиром. Да, еще раз, прекрасная погода. И я хочу сказать спасибо Шамшурину. Великолепный тренинг, он молодец, очень мастерски они постарались, все подготовили. Нету претензий, реально нету. И он отвечал на вопросы людей. Даже были какие-то идиоты, и он их все равно не банил. И даже отвечал на вопросы этих идиотов, которые писали всякую чушь в сообщениях. Он к ним относился как к остальным. В общем, рамки разорваны, и есть к чему стремиться. Есть стремиться к более частому общению, более лучшим свиданиям с девушками. Вот, и
Спасибо, спасибо за этот онлайн-тренинг. Ребята, если вы смотрите, вы должны пройти его, это классно. И это не какая-то реклама, я говорю то, что я чувствую. Видите, я даже задумываюсь, ставлю на паузу видео. Спасибо.